два тайма по 35 минут. В середине тайма будет небольшая пауза климатическая. Поехали. Жарко сегодня. Сразу Сунгатуллин делает передачу на Абдурахманова. Но пока еще так, после полива поле достаточно быстрое, скользкое. Не успел Тимур на эту передачу. Сунгатуллин. Данилин падает. Можно вставать и играть. Ух, какой заброс. У нас тут только Тетерин один, но Миша справляется с этой ситуацией. Абдурахманов вернулся чуть, отдал назад Сенин. Пока нервничают ребята, почему-то, не знаю, причину этого всего. Смысла никакого нет нервничать. Спартаковцы сильнее. Пошел Марков вводить мяч в игру. Выбил мяч прямо вратарю команды «Зенит». Ну вот такое начало, немного нервное, но сейчас ребята получат мяч и спокойно будут играть. Тетерин тоже как-то непонятно, Миша сыграл. Выход к воротам и спасает левшу. Арсений просто красавец сейчас. А что дергаются-то? Чего тут дергаться-то? Прям коленки трясут. Угловой подает «Зенит» с левого фланга. Пошла подача. Сыграл Маркетесов, сыграл Левшук. И Ваут выбивается мяч. Ну, пока преимущество у гостей. Прямо скажем. «Зенитовцы» с мячом. По правому краю. Левшук. Не дал пройти. Оставил еще мяч в поле. Данилин. Красиво все. Но надо бы еще и точно. Кроме красиво. Снова выручает Левшук. Правда, мяч выбит в аут. Но, во-первых, это подальше от ворот. Во-вторых, еще и Спартак ведет мяч в игру. Бросает по бровке, там Данилин. Данилин борьбу проигрывает. Ну и пас вратарю, пошел прессинговать его Сударников. Вратарь сразу, не думая, выбивает в центр. Проигрывает борьбу Сунгатуллин. Ну и здесь ничего не удалось сделать. И спокойно разбирается Файзуллин. Левшок. Файзуллин. Подталкивает его, и он теряет мяч. Сенин все равно нервно, но точно. Абдурахманов. Сунгатуллин забрасывает. Данилин побежал. Вратарь ногами будет играть. И он сейчас покинул ворота, но пробить некому. Данилин. Нет, Данилин все-таки решился сейчас на удар, но уже поздно. Вратарь вернулся. Можно было по-другому распоряжаться мячом. От ворот. Маркетесов выигрывает. Здесь Сенин выиграл борьбу верховую. Левшук. Аут. Ну и надо развернуться уже, чтобы мяч получить Файзуллину. Судья отодвигает Левшука чуть-чуть назад. Но Данилин. Бакалюк. Абдурахманов. Абдурахманов отдал передачу, ну точно сопернику. Рядом вообще никого не было. Какие-то нервы. Хорош, Осип, хорош!
Левшук, заброс мяча, здесь должен был побороться Ударик, не поборолся, но мяч у Абдурахманова обработал не туда Тимур, но тем не менее остался с мячом. Бакалюк. Здесь Бакалюк что-то хитрое хотел придумать, ничего не вышло. Ну и Абдурахманов отработал назад. Отбросил мяч голкипер. Выбивает Марков в центр. Здесь Судариков и пас вратарю. Не стесняются обе команды играть на своих вратарей. 5 минут отыграли, пока игра была очень нервной. Офсайд. Игрока «Зенита». Штрафной удар. Вернее, свободный. Сунгатулин смотрит, кому отдать. Неужели Линна будет делать? Линна передачу на Сударикова. Сударикова еще и головой сыграл. Ну и должен был головой, в принципе, сыграть. Он решил пробить 16 метров головой. Но такие забиваются крайне редко. Он еще и ворот не попал. Плюс ко всему. Как-то легко отбирали Абдурахманова. Тетерин, можно откинуть назад. Но Миша разворачивается и... Хоть рука. Что-то судья уже поплыл, что-то торновато случилось это. Какие-то руки находят. Да и мяч был у Спартака. Какой смысл был? А теперь Данилин нарушает правила. Опасная игра. А судья что-то как-то разворачивается туда-сюда, не понимаю. Абдурахманов. Бакалюк. Абдурахманов. Сенин. Аут. Тетерин. Еще один аут. Улетел мяч под трибуну. Абдурахманов. Тетерин. Абдурахманов, Сунгатулин почему-то не успевает за этим мячом. И контратака «Зенита». 3 в 3 идут футболисты из Санкт-Петербурга. Сенин там встречает. Молодец Богдан. Во всяком случае притормозил продвижение в нашу штрафную на какое-то время. А тут Арсений бросил Левшук своего игрока, но подстраховал его Маркетесов. Сместился в центр. Вдвоем атаковали одного и подскользнулся Левшук. Сейчас Спартаку повезло. Сунгатулин. Хорошо. Файзулин не сумел обыграть. Идет подача. Абдурахманов выводит мяч из штрафной. А вот в пользу «Зенита». Сунгатулин выносит мяч. Судариков.
Зенит опять будет возить. Преимущество пока у гостей. Тетери на опережение. Сунгатулин. Нервничает, очень нервничает спартаковцы. Непонятно почему. Нужна пара удачных действий, и все будет хорошо. Что придут в норму. Абдрахманов. Опять ошибка. Сколько можно уже ошибаться-то? В первые 10 минут ошибок набрали на 3 матча вперед. И штрафной еще Маркетесов привозит. Что будут бить? Ну что, подача наверняка будет. Наверняка наигрывало все это. Нет, разыгрывает низом. И спокойно Тетерин здесь разбирается. Но Бакалек выбил куда-то. Непонятно. Судариков вот здесь выручает, играя в обороне. Штрафной. Пробьет Спартак. Тетерин. Пока у футболистов «Зенита» получается лучше и получается больше, прямо скажем. Очень сильно они идут в прессинг, но на этом их тоже можно поймать. Тетерин. Вот и аут. Начали разыгрывать у свои бровки в сторону своих ворот футболисты «Зенита», и спартаковцы их туда погнали. Ну вот, пожалуйста, в аут. Что дальше? Тетерин. Кому? Данилин. Данилин обработал мяч. Два шестых номера сошлись в одном участке поля. Абдурахманов, Тетерин. Это фол. Штрафной удар теперь пробьет Спартак. Пойдет Маркетесов в штрафную площадь. Уже открывается. Сунгатулин будет выполнять подачу. Судариков и Маркетесов, два самых высоких наших игрока. Сенин остался в обороне. Подает подачу, а там упал. Маркетесов считает, что его свалили. Ну, надо стоять на ногах крепче просто, Дим. Особенно в таких ситуациях. Мяч долго летел, и вратарь его не доставал. Ну, а то есть можно было этот мяч играть. Судариков поучаствовал в отборе. Мяч забрал, штрафной. Готов, он будет исполнять. Сима, по мячу, Сима! Сима! Жека, плотнее! Кроха! Внимательно! Надо подавать прямо в ворота. Может, кто-то перепает. Вот, вот, ну, в ворота надо подавать в створ прямо, да, чтобы либо вратарь сыграл, там, отбил на добивание. Либо самого у кого-то из наших футболистов была возможность переправить. А так никто до этого мяча не добирался. 15 минут сыграно в первом тайме. 0-0 пока. Абдурахманов нарушил правило, штрафной. Иди, Ося!
хороший заброс. Богдан Сенин сыграл этот мяч. И вот сейчас, вот и сейчас, если Файзулин мяч подберет и пробросит себе на ход, а он на ход себе не смог пробросить. Не получилось у него. Сударьков пока неплохо прессингует там впереди. Маркетесов. Судариков скидывает в центр. Дойдет ли мяч до Абдурахманова? Доходит. Тимур забрасывает Сударикову. Очень неудобно. Никита скидывает Данилину. Данилин пытался пробить угловой. Защитник его опередил. И Сангатулин пошел подавать. Что, разыгрывать будут? Подает Фаниль прямо в ворота. Вот сейчас он подавал. Но там есть вратарь и вынос. Тетерин. Левшук. Файзулин. Не дошел мяч до Сунгатулина. Надо отбирать теперь. Не фол. Подставился Маркетесов. 0-0. Упорная игра пока. Вот сейчас выравнивается чуть-чуть, да, но преимущество было у «Зенита». В первые 10 минут практически безговорочно. Да и «Спартак» играл без мяча. В принципе, теперь надо мяч у гостей забрать. Данилин. Сунгатулин. Нет. Спартаковцев ведут из-за боковой. Бежит уже Левшук. Но повернуться надо. Файзулину мяч принять. Поздно. Левшук уже пытался точную передачу на Файзулина выполнить, а не получилось. Уже не дали. Из-за боковой. Зенитовцы будут вводить. Сунгатулин на перехвате. Данилин. Данилин. Пробрасывает Данилин. Нет. Останавливают гости. Маркетесов. Толчок. Явный совершенно. Сунгатулин собрался выполнять, пока все эти подачи ни к чему еще не приводили. Но вот опять высокие игроки «Спартака» пошли в штрафную. Теперь вот Сунгатулин выполнил удар в створ ворот. Сунгатулин. Судариков. Бакалюк. Заброс. Файзули не достает до этого мяча. Но надо было еще выше подпрыгнуть. Чуть Денис вполне, наверное, способен был это сделать. Ну и середина тайма. Арбитр отправляет всех на климатическую паузу. Можно говорить водопой, но обычно так говорят про слонов. Остановилось, но тем не менее. Все равно какое-то время врач будет оказывать помощь, останавливать кровь и так далее. А Данилина на поле нет. Это аут. Тетерин из-за боковой. Судариков очень неплохо подставил спину. Абдрахманов. Вот же...
Да, Денис Файзоль не лучшим образом сыграл, но вот Левшук в этой ситуации проявил просто чудеса растяжки и мяч для своей команды сохранил. Снова Арсений. Теперь на Файзулин. Файзулин пробрасывает себе мяч на ход и бежит. И бежит вперед. Обыграл одного, второго, третий его остановил. Вроде бы хорошая скорость. Да, надо было сейчас отбегать. И сейчас вот мяч отобрал, отработал. Это правильно. Данилин вернулся на поле. Аут. Спартак будет вводить. Левшок. Жека, спина, Жека, внимательно. Женя. Данилин. Нет, мяч уходит за боковую. Ну и сам бы бросил, Макс. А чего ждать Левшука-то в этой ситуации? Пока все медленно возвращаются. Данилин. Получил мяч. Левшук выполняет подачу. Там рикошет, мяч выносится. И вот Сунгатуллин, удар поворотом, отбивает вратарь, добить не получается. Данилин снова вдоль ворот, но здесь уже не успел Судариков. Выносит мяч голкипер. Маркетесов. Ваут. Вовремя. Аут. Футболисты «Зенита» ведут мяч из-за боковой. Вот и удар в сторону ворот «Спартака». Марков спокойно этот мяч ловит. Абдурахманов. Бакалюк. Тетерин получает мяч. Бакалюк. Не, Бакалюк в окружении трех игроков. Позволил Левшук сделать передачу вперед, но вышел Марков. Мяч этот выбил, а еще и футболисты «Зенита» нарушили правила на Маркетеса. Маркетесов. Сенин. Что вы делаете, ребята? Я не понимаю вот сейчас ни того, ни другого, ни третьего, ни Сенина, ни Тетерина, ни Марка. Но Марка вот надо было что-то делать. Когда смог, туда выбил. Повторяются первые минуты, когда был какой-то ступор у игроков «Спартака». Надо успокоиться. Данилин вот сейчас подхватил мяч. От него очень много зависит в игре команды. Вот сейчас Макс мячом продвигается к штрафной площади соперника. Его останавливают. Левшок. Файзулин. Хорошо. Штрафной вошел. Вот надо реализовывать этот момент. Обыграл. Под удар, и Данилина мяч срезается. Ребята, нельзя. Столько моментов не будет. Это не Томь. Левшук, тем не менее, прошел туда. Судья не дает свистка в этой ситуации. Значит, и не было нарушения. Вот здесь штрафной. Пять минут сыграно, 10 до перерыва, очень упорно, очень нервная игра, Тетерин, Абдурахманов, Бакалюк, Сунгатуллин отдавал на Сударикова, но мяч не дошел, и вратарю.
Марков пошел за этим мячом, выбил его к центру. Абдурахманов вот здесь выиграл вверх, и Судариков должен был побороться. Но, в принципе, так и получилось. И Данилин подхватывает мяч и бежит Файзулин. Данилин ему не отдает, во всяком случае, пока. Бакалук, Файзулин обыгрывает одного, второго, третьего. В штрафной площади уже нужно пробить бы, Денис. Да что, куда ты пошел? Ворота-то в другой стороне. Как будто без ворот сегодня играют. Причем и те, и другие, кстати. Аут. Подает Данилин, и Абдурахманов добирается до этого мяча. Удар, правда, у него не получился. Если бы получился, мне кажется, у вратаря было бы минимум шансов сейчас команду спасти. Сейчас и просто на Абдурахманова вратарь выбил мяч. Подставляет своего партнера, но, правда, успели сохранить. Сангатулин выходит к вам. Бакалук не побежал. Спокойно, Семен! Не торопись, мяч в ноги! Ноги! Умина! Умина! Ух ты, Сенин как проиграл борьбу, но сейчас догнал. Тем не менее, удар следует и будет угловой. Да, ну как можно было так позволять-то, а? Угловой ворот Спартака с правого фланга. Идут подавать футболисты «Зенит». Справа фланга угловой. 0-0. Подача, Сенин выносит мяч, удар следует, и вот сейчас будет очень опасное добивание, Маркетесов в падении, даже уже ложа отражает этот удар, а дальше Марков ногами этот удар отразил. Угловой еще один. Маркетесов что-то доказывает, судья играл, Дима, чего доказывает-то? Почему-то угловой назначает арбитр. Почему, неизвестно, но неважно. Угловой и угловой. Сангатулин выносит этот мяч. И дальше, в принципе, мог бы его отправить. Чем на партнера, точно, но не сделал. Это аут. Данилин. Ну и Файзулин. Файзулин в аут. Но пока ни у кого игра не идет. Из спартаковцев я имею в виду. У «Зенита» сейчас был очень хороший момент. Прям очень хороший голевой момент. Маркетесов. Успел Сенин скинуть мяч вратарю. Но все это опять было как-то нервно, что ли. Левшук, Данилин. Данилин пробрасывает мяч и уходит по левому краю. Помочь ему надо. Опять Данилин полез между двух. Третьего тоже оббежал, но мяч ушел к угловому флагу, оттуда подача срезается у Максима. Отворот 30 минут сыграно в первом тайме. Ну что тут судья добавил в любом случае, потому как климатическая пауза была. Пошел прессинговать Бакалюк, его легко обыграли. И выключились из игры. Четверо выключились спартаковцев из игры. «Зенит» очень хорошую контратаку может продемонстрировать, даже атаку. Сенин разобрался. Маркетесов просто разрядил сейчас ситуацию, выбил мяч в центр поля. Почему выключаются? Солнце напекло. Что случилось? Либо чемпионы вчера смотрели. Серега,
Аут. Проха, позицию, Проха! Проха! Данилин. Откидывает мяч Бакалюку. Левшук. По штрафному. Ух, здесь открывался Судариков. Вратарь удачно вышел. Аут. Паузу делает Маркетесов. Атакующий пыл чуть-чуть сбить. По второй «Зенит» пока лучше. И лучше пока выглядит. Лучше пока играет. Не знаю, какой бы план на игру и у них, и у нас. Посмотрим, что будет в тайме втором. Левшук не самым лучшим образом ввел мяч в игру. Сенин. Вот хорошо, Сунгатулин бежит, Файзулин по флангу, входит в штрафную, притормаживает и катает мяч в руки вратарю. Да. Ни пас не отдал, ни толком не ударил. Мяч голкипера. Убивает мяч вратарь. Левшук. Можно, можно, Семен, можно. Берет мяч в руки вратарь. Нашел Судариков. Пасинговать. И вот здесь можно мяч отобрать. Тетерин. Хорош Тетерин сейчас. Но побыстрее. На передачу почему-то следует назад. Сунгатулин. Судариков. Вовремя в одно касание. Бакалюк. Данилин. Судариков в офсайде. Ой-ой-ой. Хорошо же было разыграно. Не вышел мяч из штрафной площади. Надо повторить удар. Одну минуту добавил главный. Этого следовало ожидать. Маркетесов выигрывает вверх. Ну а дальше? Ну дальше повезло, не пошел 11 номер «Зенита». Сейчас очень нервный матч. Нервным будет и второй тайм. Я уверен в этом. Сунгатулин. А на Сударикова бы перевести в центр. Он какое-то время свободно был совершенно. Бакалюк. Абдурахманов. Передача на Данилина. Абсолютно не точная. На пару метров-то. Левшук. Файзулин. Разгоняется. Передача отдает на Сунгатулина. Заброс. И Судариков в офсайде был. Даже если бы сейчас забил, там был офсайд. Гол бы все равно не был засчитан, даже если бы Судариков отправил мяч в ворота. Судья уже дал свисток. Ну что ж, закончился. Закончился первый тайм. Счет не открыт. 0-0.